Итак, ребята, всем привет! Михаил, канал Video Game Addiction и Doom. Собственно, погнали! Так, в прошлый раз мы пересекли мост. Здесь все послушали, все собрали. Так, эти двое снова живы, но и также они снова умирают с боевика. Нет, бля, да! Да, такого я не ожидал. Так лохануться сходу. Распрыгался тут, знаете ли. Какая наша смерть? Первая, точнее, даже по глупости вот это наша. Надо просто аккуратнее мыть, и все будет хорошо. О, призыватель, наконец-то. Я тебя ждал. Ну где ты, скотина? Пошли вон. Это хуйня. Сложная зараза, а. Так, мне тут нужна вот эта волшебная штучка. Их тут несколько? Да ладно, вот это да. Нет, я промазал. Успею. Отлично, вообще будь здоров, полностью восстановился. А тем временем наверху какая-то сфера. Замечательно. Ну давайте хотя бы узнаем, что за сфера. Четырехкратный урон, ну просто отлично. Лучше поздно, чем никогда. Достигнута контрольная точка. Ну, ладно, чё. Да, мне как-то не повезло с последними сферами. Я их слишком поздно замечаю. Ну да ладно. Так, что у нас тут? Заберите башню. Отлично. Патроны я люблю. Так, что у нас тут? Ой-ой-ой, как все тут муторно-то. Вот это да. Опа. А сейчас мы вернемся назад и подберем один трупешник. Там не сложно, тем более. Так. Ага, вижу где. Агент башни или агент духа была построена. Я это уже и сам прочитал, и ты мне это уже рассказал, братан. Так, ага. Вот так вот. Ха, что это? Для прыжков штука была, что ли? Ну да не важно. Все, что надо, я нашел. Далековато вернуться пришлось, ну да ничего страшного, это было очень нужно. Поэтому быстро возвращаемся назад. Там, видимо, нужно будет на рельсы спрыгнуть с этими поездами. Ничего, ща разберусь везде.
даже не особо быстро движутся, чтобы меня как-то покалечить. Так, что у нас тут? Дальше вниз надо, да? Оу. Это снова я удачно зашел. Прям две к ряду. Прекрасно. Так, еще запись получили. Так, я здоров, это мне не нужно. Че я, кстати, подобрал-то? Опа. А, вот это уже интересно. Прямо над нами, да? А, сейчас вернемся, посмотрим. Так, прежде всего, у меня этих три, значит, я что-то могу улучшить. И улучшить я, наверное, хочу все-таки автомат свой. Так, значительно ускоряет перезарядку микроракет. Немедленно. Да, давайте вот это вкачаем. Ух, потом 5. Стрелять микроракетами можно сколько угодно долго без перезарядки. Хо-хо-хо. Без регистрации смс, я бы сказал. Так, базы данных. Агент энергия. Агент... Извиняюсь. Агент энергия производится путем нейтронной активации агент плазмы, особой материи, открытой при исследовании Марса. Это запускает экзотермическую реакцию, в ходе которой плазма разогревается до температуры, превышающей все теоретические пределы. Хотя природа процесса еще не изучена до конца, сама аргентплазма в ходе процесса остается стабильной, сохраняет свою структуру. Открытие аргент энергии свело на нет все достижения ядерной энергетики. Объем энергии, производимый ядерным реактором, за 12 месяцев может быть за несколько секунд создан аргент башни и сохранен в аргент аккумуляторе размером не больше ладони Сэмюэля Хейдена. Изначально аргент-плазма была обнаружена экипажем короля Амундсен после посадки в регионе Марса Прометей-Терра в 2095 году в рамках геологоразведочной программы OAK Frontier. Изначально аргент-плазма была обнаружена экипажем короля Амундсен после посадки в регионе Марса Прометей-Терра в 2095 году в рамках геологоразведочной программы OAK Frontier. Разыскивая воду в жидком состоянии, разведбот обнаружил узкую впадину, ныне известную как аргент-разлом. Впадина источала субстанцию, которая сперва была принята за электронный газ. Подробный анализ, однако, показал, что это вещество является неизвестным прежде состоянием материи с уникальной квантовой сигнатурой. А первые тесты этой материи сразу же выявили ее потенциал. Вещество легко поглощало выстрел режущим лазером на 2 мегакельвина и сохранило свою структуру. Была запланирована вторая экспедиция для дальнейшего анализа нового вида материи, названного аргент-плазмой. Производство аргент-энергии нельзя в полной мере описать с точки зрения конвенциальной науки. Теоретически базой для изучения природы процесса стала так называемая единая духовная теория поля ЕДТП. Эксперименты в рамках этой пограничной дисциплины нередко подвергались критике за использование оккультных методик и работу с не до конца понятными сущностями из иных измерений. А вкупе с донесениями о странных религиозных практиках в УАК это породило сомнение о том, что агент энергия полностью безопасна и контролируема. Несмотря на многократные запросы со стороны глобального научного института, ОАК отказалась раскрывать подробности о производстве аргент-энергии. Однако потребность в надежном источнике энергии в свете глобального энергетического кризиса оказалась сильнее опасений, когда ОАК представила публике небольшие питаемые аргент-энергии 20-вольтовые батареи на 12 тысяч с лишним мегаватт-часов. Будущее энергоснабжение Солнечной системы было решено. Комплект таких батарей мог несколько месяцев питать целый городской квартал. Исследователи Глобального научного совета высказывают предположение, что аргент-аккумулятор – самая развитая технология ОАК, способен вмещать свыше 30 тысяч мегаватт-часов, но ОАК намерена сдерживать потенциал технологии, чтобы сохранить контроль над ее рыночной стоимостью. ОАК никак не комментирует эти заявления. Ну да, короче, они при первой посадке обнаружили ее, проводили тесты, что она там выдерживает и выстрел, и вся она такая классная.
Вот, во время ее исследования там пытались использовать всякие оккультные штучки, и за это их, в общем, активно порицали, но в ней вывели, короче, энергетический потенциал, и за счет этого она как бы вся такая классная для них была. Так, артефакты. Четырехкратный урон. При употреблении внутрь испытуемый становится носителем одного из самых сильных демонов — Ултранкс. Любое оружие в его руках увеличивает свою дульную энергию и баллистическую силу примерно в 4 раза. Этот эффект длится недолго, но урон может быть невероятным. В ходе первого теста пациент С-132, приверженец, доброволец второй степени, сумел обезглавить 3 охранников, используя всего лишь перочинный нож. Вот так вот. Так, ого, у меня 6 этих есть, можно что-то вкачать. Так, отлично. Сканер местности, система снаряжения. Так, быстрая перезарядка, неинтересно. Скачать это нет, назад. Вот сопротивляемость, понижение урона от собственных выстрелов. Так, ну даже не знаю, здесь у нас что. На автокарте появляются предметы для исследования. Вот это мы возьмем. Так, еще 3 есть, да? Так, ну придется вот это вкачать, чтобы просто остальные более крутые штуки открыть. Поэтому берем вот это. Отлично. Все, мы стали в разы круче. Идем дальше. Так, куча ништяков. К сожалению, которые мне не нужны. Контрольная точка достигнута. Ох, чувствую, сейчас какой-то пиздец будет. Ну да ладно, я готов. Да ебаный же рот. Вот это вот я себе. Уровень демонического присутствия. Начинается блокировка. Эх, а я-то думал. Я помню этого монстра из первых думов. Он тоже там был с 2 этими штуками на руках. Ну там они как рядовые, о-хо-хо-хо. Только для этого мне понадобится хотя бы вот такая штука. Да ладно, он об... Чё, это всё? Это, вашу мать, всё что ли? Фу ты, вашу. Я тут думал, что у нас с ним сейчас будет заруба вообще просто капитальная. Он... А, вот это вон несколько. Ну, так или иначе, я ожидал большего. Ну, это остался также, да, рядовой монстр. Как и в предыдущих частях Doom, я думал, здесь он каким-то эпичным боссом стал. Да-да-да-да-да. Так, кто там еще мне пиздюлился? Куда стоять? Демоническое присутствие ликвидировано. Блокировка снята. Фе, изи-пизи. Еще и броню мне подняли. О, стоять! Блин, верните назад. Там можно было кнопки нажимать, и не все нажал. Может, опустишь? Да, спасибо. Эй, слишком низко. Вот как это работает. Так, ладно, хорошо. Эй! Назад! Блок системы. А что мне надо сделать? Ну, конечно, неплохо бы посмотреть журнал заданий, прежде чем выебываться.
Поднимитесь на башню. Это куда? Все понятно. Все понятно, что к чему. Все, я все понял. Я думал, здесь от меня требуется каких-то невероятных логических решений. Ну, возможно, так и есть, просто я сейчас думаю, что все окажется значительно проще по факту. Так, сейчас мы посмотрим. Ага, вон одна поднимается. Так. Я высоко, но я не по делу высоко, да? Бля. Так, вот это, на эту штуку я сейчас запрыгну, потом туда, и все замечательно будет. Я почти обманул систему. Платформы, ненавижу платформы. Ненавижу платформы, блин, а. Конечно, кучу всяких игр на Сеге прошел. Судя по показаниям, которые я считываю с аккумулятора, вы приближаетесь к вершине аргент-комплекса. Если она вскроет этот аккумулятор рядом с аргент-лучом, то откроет портал в мир ада, и закрыть его мы уже не сможем. Так, идем выше, да, я говорил, что в принципе на Сеге я помню, что всякие платформы я проходил не то что с большой легкостью, но осиливал их. А тут, как бы, по-моему, конечно, все значительно проще, но это не значит, что это не вызывает у меня бомбежку. Просто тогда особого разнообразия в играх не было. Что происходит? Мечки мне намекают, куда идти, прощая интеллектуальную нагрузку до максимума. Небезопасный уровень демонического присутствия. Начинается блокировка. Здрасте. Так, братан. Вот так вот. Это что это было? Так, ну такого я точно не ожидал. Это сработало немножко не так, как я хотел. Вот так вот. Да, это эти джамперы. Стоим бы. Подайте, я вас плохо расслышал. А, вот ты где. Демоническое присутствие ликвидировано. Блокировка снята. Ну, такое. Оу, зеленая сфера. Блин, интересно. А, вон. Джампер. Неуязвимость. Прикольно.
еще выше. Бензик. Так, он, я бы броню бы с удовольствием взял. Вымощено. Че у нас тут? О, патрончики. А, нет. Хе-хе. Так. Здоровье еще не качали. Берем здоровье. До 125 она у нас сразу поднимается. Вообще прекрасно. Так, прежде чем мы тут нажмем, давайте почитаем, что мы там вообще у нас там по жизни происходит. Так. Артефакты. Неуязвимость. При поглощении этот стимулятор вводит в волокнистый слой эпидермиса аргентплазму, создающий под кожей прочную сетку биоплазмы, защищающую от внешних атак. Этот эффект может сделать демона почти полностью неуязвимым, пока плазма не рассеется от продолжительного воздействия. Биоплазма вступает в прямой контакт с нервными клетками под кожей, вызывает при этом сильнейшую боль, которая в свою очередь повышает вероятность того, что разъяренный и лишенный рассудка демон будет бросаться даже на тех, кто ему не по зубам. Вот так вот. Хо-хо, да, на этот раз он стал, по-моему, круче выглядеть. Манкубусы, громадные массивные демоны. Отвратительная вонь возвещает об их приближении. Запах настолько силен, что можно лишиться чувств, вздохнув его полной грудью. Эти твари пожирают все, до чего могут дотянуться, не брезгуя даже протухшей плотью. Мерзкая пища продолжает гнить в их пищеварительной системе, наполняя внутренности летучим и огнеопасным газом. Взрослые манкубусы носят легкую броню, но жиреют так быстро, что брюхо и лицо очень скоро становятся открытыми. Вот так вот, да. Жмем. Дорога в ад вымощена. Аргент Энерго. Так, что у нас там? Надо еще на что-то нажать, да? Ух, дальше надо двигаться, да? Так, куда идти? Так, вот эта штука тут очень так по-интересному летает. Я думаю, что это, возможно, то, что мне нужно. Да, скорее всего. Ждем, что она там будет делать. Это вот, видимо, те самые транспортники, которые я видел, и что там мне подсказывает, что они максимально автоматизированы. Ну, то есть, короче, там никого в них нету, это прям по-любому. Потому что они что-то максимально однотипную функцию выполняют. Так, что у нас тут? Ага, вот сюда он сейчас заезжает. Так, а я тут подпрыгну вообще? Да. О, стоямба! Сука, блядь! Да. Ну, бывает. Все равно на платформе, блядь. Так, успел вообще. Это что? Это что, меня за отсутствие билета, что ли, согнали? Что это было, вашу мать? Какого черта? Охренели совсем. Ладно, он хоть невысоко улетел.
вот то есть, все, обогрели, блин, скинули меня. Первый раз я вообще разбился. Это была третья смерть и вторая по неосторожности. Ну, напоминаю, что первый раз меня убили. Вот. А второй раз я сдох по глупости, потому что распрыгался что-то и прыгнул куда-то дофига не туда. Ну, в пропасть, собственно говоря, я ближайшую залетел. А вот этой штуки все я не помню почему-то. Да-да-да, она ездила, точно-точно. Я попытался до нее допрыгнуть, огоньки потухли, я пролетел мимо. Да-да-да-да-да, было такое. А вот это то, что мне нужно. Можно еще выдвинуть? Спасибо. Спасибо большое. Это то, что я хотел. Так. Тут у нас что? А тут мы запрыгиваем сюда. Так. Продолжаем двигаться вверх. Так, пробегаем, пока там эта штука жалить не начала. Ага, вон, уже братишки подъехали. Вовсю пуляют в меня. Ой-ой-ой. Ну давай, 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 давай. Так-с. Так, а нам бы вот на эту штуку как-нибудь бы запрыгнуть совсем по-хорошему. Так, сейчас мы вот эту ждем. Спускайся, давай. Так. Сейчас посмотрим, докуда она поднимется. Не уверен, что мы до туда допрыгнем. Воу. Так. Вот сейчас посмотрим, куда тут можно двигаться. Видно, да. Сюда, контрольная точка. Блин, тут бронежилет еще рядышком есть. Неплохо бы его взять. Нифига, они меня покоцать умудрились. Лови! Бух. Не ожидал, да? Будь здоров. Так, блин. Вон она была. Это испытание. Это в 1000 раз круче. Блин, как бы туда попасть-то? Так, ладно, пока пойдем сюда. Потом я попытаюсь, конечно, туда отдельный вход поискать. Надеюсь, что мы отсюда выйдем к испытанию. С одной стороны, лестница ведет вверх, и дружелюбно намекает, что мы действительно к нему выйдем. Надеюсь, это так. Нифига, он... они снова по мне, эти гады, попали. Бах. Отлично. Так. Что-то мне подсказывает, что нужно, да, бежать в том направлении. А, вот как это, да. Ну-ка. Так, там есть куда вообще идти-то? А, вижу, вижу. Во-хо-хо-хо, да-да-да-да. Так, вооружившись с боевым дробовиком, убейте 10 безмолвных взрывами бочек за отведенное время. О, ну и наркомания. Ну давайте попробуем. Мощь снаряжения, руна называется. Ох.
быстрее. Давай, давай, давай. Тяжеловато, да. Еще раз. Надеюсь, количество попыток не ограничено. Хо-хо-хо. Давай, 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 подходи, подходи. Сюда, сюда, сюда. Да. Не так что и сложно оказалось, ладно. Просто приноровиться надо было. Да, я предыдущие испытания мы тоже со второго раза прошли. Я причем думаю, что чем дальше, тем они более ебнутые будут. Не знаю, там в прыжке нацельтесь пистолетом, удерживая правую кнопку. За 10 секунд убейте 100, не знаю, там вот этих ревенантов, там еще чего-нибудь, там, короче, какой-нибудь пробел. Ура! Вторая ячейка открыта. Так, что я выберу? Так, предмет снаряжения становится эффективнее. Не знаю, что это значит. Боеприпасы, получаемых из демонов. Боеприпасы или это? Ну давайте вот это, не совсем понятно, что это. Мощь снаряжения. Ну, странная, конечно, штука. Так, а вот броня бы мне действительно не помешала. Ну, двигай давай. Что это значит? Понятно. Так, куда дальше? Возможный вариант решения напросился сам вверх. Блин, а броню-то все еще надо. Ты не помешаешь мне взять то, что мое по праву, что было мне обещано. Ну ладно. А, отлично. Так, что у нас тут? Получена запись голограмма. А, это типа что? Смоделировать, типа что я, да? Сейчас почитаем, что это за штука. А, давайте, в принципе, почитаем, да, и закончим на этом. Не хочу даже разглядывать, я просто понимаю, что много всего не нашел, мне от этого становится грустно. Как низко надо спускаться. Хотя вот до этого не особо. А, так и до этого вообще совсем близко. Так, а белый, значит, я, блин, постоянно забываю. Белый, значит, не нашел. А давайте вернемся за этой штукой. Благо, недалеко. Это ж целый жетон протерианский. Они ж просто так не валяются нигде. Вообще, вон, изи. И считайте, уже можно что-нибудь улучшить. Так, что у нас там? Да, почитать, почитать, почитать. Оружие. Голограмма. Этот старинный образец технологии сегодня эффективен так же, как и во времена его изобретения в начале 21 века. Голокастер выпускает невидимое облако ионизированного аргона, которое затем используется камерой для проецирования изображения.
преломленный свет создает над устройством голографический эффект. Обманное изображение обладает широким цветовым спектром и может выглядеть весьма убедительно. Теоретические образы таких устройств были впервые представлены в популярной культуре конца 20 века. Вот так вот. Блин, у меня бы вот сейчас по-новому бы здесь сохранили, вообще бы было прекрасно. Что это такое? А, вот так, да? Ну, блин, ладно, давайте еще прям до следующей контрольной точки, раз уж я тут сходил, эту штуку забрал, меня сохранило. Так, сверху меня ждет броня и битва с этой теткой. Так, что, мне нечего, что ли, совсем вкачать? Тут 3. Тут 5 требует, тут 6, тут 5, 1, 3. Под гранатомет. Ну-ка, самонаведение. Наведение на демонов происходит гораздо быстрее, сокращает время до следующего. Давайте вот это возьмем. Так, здесь 2. Понятно. Так, все точно, мне из этого больше ничего не надо, да? Так, тут прям броня напрашивает. Понятно. Звучит очень интересно. Сохраните меня где-нибудь, пожалуйста. Блин, просто или биться делать длинную серию, или, блин, оставить реально следующую. Это не конец! Это только... Так, ну ладно, попробуем. Ого, со спины я еще не нападал на него. У меня уже для этого дробовика, по-моему, нет никаких улучшений, кроме приближения. Пошли вон. Что происходит? 3, 2, 1. Так, в том коридоре с ними как-то попроще, конечно, было сражаться. Опа! Вот это вот то, что надо. Что это было? А, это мы прошли. Ха. Отлично. Всех элитных стражей нашли, все рунические испытания выполнили, даже нашли половину агент ячеек. Ну да, действительно, ради 4 минут не было смысла останавливаться, раз уж такие пляски. Убейте 15 демонов, используя 4-кратный урон, найдите секреты, ну понятно. Ну что, тогда предлагаю на этом сохраниться, и мы обязательно продолжим в следующей серии прохождения игры Doom. А на этом я говорю вам всем пока и желаю удачи.